Утро. Молодая жена 25 лет. Просыпается без одежды. А рядом лежит муж 95 лет и не подает никаких признаков жизни. Жена смотрит на него и думает: ну вот и дождалась. Теперь все его состояние перейдет мне. Тут муж резко открывает глаза, смотрит на нее и спрашивает: что? Наверное, уже подумала, что я умер и начала считать мои деньги? Ну что ты, дорогой, как ты мог такое обо мне подумать? Я думала, если ты умер, то я побегу куда-нибудь, найду где-нибудь живой водицы, плесну тебе на лицо и ты живешь. Дурочка ты моя, такое только в сказке бывает. А мы походу в сказке и живем. В реальной жизни люди так долго не живут.